Оставь меня в покое. Я просто хочу спать. Почему ты просто не уйдешь? Еду в центр города. Круто! 55 к западу от центрального парка. И не сворачивай на 8-ю авеню, на 6-ю. И побыстрее. Ты понял? Сегодня вечером у меня важное свидание. Я тебе говорю, некоторые ночи особенные. Как будто вся твоя жизнь ведет к этому, понимаешь? Как ты, мы ждали этого, и ты даже не знал об этом. А потом это раз ударяет прямо в рот, и ты не можешь поверить, как тебе повезло. Разве это не так, Марк? Марк, имена Окли. Знаешь ли ты... Нет, но я знаю тебя и знаю его. Слушай, я... Он не сможет тебя спасти. Ты ведь знаешь это, верно? Я даже не уверен, что ты ему нравишься. Марк. Думаю, быть может, на этом наша поездка окончена. Ты не знаешь меня, потому что если... Ты выглядишь обеспокоенным, Марк. Я уверяю тебя, что знаю вас. И тебе стоит волноваться. На самом деле, вы должны быть напуганы. Ты должен быть совершенно напуган. Потому что ты болен, а я... Лекарство! Блин, у меня голова раскалывается. Мне действительно нужно немного поспать. Кот, кто тебя, черт возьми, впустил? Теперь я хожу во сне и открываю окна. Просто добавь его в свой список. Диссоциативное расстройство личности, черепно-мозговая травма, кислотный рефлюкс и теперь синдром ночного открывания окон. Подожди, ты не... Что это за вечеринка? Хей, уйди! Откуда все эти чертовы кошки? Подожди, просто позволь мне! Болезни, я лекарство. Еще один сон. Я даже не могу сказать, какой сейчас день. Есть работа. Там. Это и есть то, что гложет меня всю неделю. Разве я не могу сначала просто заскочить в свою кровать и вздремнуть? Есть работа. Работа и всегда. Но я думал, что даже богам нужен день отдыха. Зоо не отдыхает. У него мало времени. Поэтому и в спешке. Но в действительности нам нужно позже об этом поговорить. Ага. Я чувствую здесь какую-то тему. Здесь живут воры. Они воровали и грабили ради своих эгоистичных целей. Ты должен покарать их. Значит, надо мной издеваются из-за того, что пару каких-то придурков украли несколько безделушек? Это зловище. Я предполагаю, что придурки там, наверху. Я в ненастроении, чтобы находиться здесь, за этой дверью. Будь ты проклят, Хоншу, что заставляешь меня такое делать. Роди свое дитя, чтобы избавить мир от тьмы. О, Бастет! Дай нам силы бороться с теми,
кто противостоит тебе? Роди своего ребенка, чтобы очистить мир от его тьмы. Окей, это довольно плохо. О, Бастет, дай нам силы бороться с теми, кто противостоит тебе. Маленький жрец Хансю, у тебя здесь нет никакой власти. Ты всего лишь слуга, недостойная игрушка, с которой можно играть, воскрешен по глупой прихоти. Отойди в сторону, у тебя нет цели. Мне суждено очистить мир. Мир полон греха и болезней. Я лекарство. У меня есть сила. И у меня есть цель. Вы извратили имя Бастет ради своих извращенных целей. Но сегодня этому придет конец. У вас больше не будет тьмы, чтобы скрывать ваши мерзкие поступки. Ничто не ускользнет от взора всемогущего Хонсу. Бегите, забудьте все, что вы натворили. Остерегайтесь своих порочных желаний. Или остерегайтесь кулака Хонсу! Будем надеяться, что это сработало, и нам больше не придется иметь дело с этими чудаками. Вы правы, это проще, чем вас игнорировать. И наслаждаешься пиршеством морского капитана? А может быть, я теперь смогу наконец-то немного отдохнуть? И перед тем, как передать, так скажем, прав оценки комикса доктора Немезиса, хотелось бы сказать немного личного, такого вот меланхоличного, я бы сказал даже, то, что это финал комикса. Все закончено. 22-й год этому комиксу вышел летом, и я помню, как загорелся прям желанием самым первым на ютубе перевести, озвучить самым. И у меня это даже вышло, я бы сказал. Я помню, как были сложности с некоторыми историями. К примеру, от Хикмана или 11-я история с этим высокопарным слогом Шесму. Вообще кошмар. Но я с упоением ждал каждый выпуск. Я ждал, я интересовался, я переводил порой ночами, а иногда забивал и надолго откладывалось это. И вот, финал истории. Финал этого комикса. И, конечно же, после этого будут сняты 3 ролика. Это посвященный 7-му тому рыцаря Торнелиса, 8-му от Лемира. И самому этому комиксу Moon Knight Black, White and Bloody. Черный, белый и кровавый. И, как бы ни прискорбно не было, придется попрощаться с лунным рыцарем, не навсегда, но на долгий срок, что вызывает сильные эмоции, конечно. То грустно, то хорошо, даже сложно понять. Первое видео вышло 5 месяцев назад, и как-то прикипел я к этому. Прикипел к комиксу этому, прикипел к персонажу, и тут... Но двигаться надо дальше. И новые широты открывать, новых персонажей, новые комиксы, к счастью, они выходят, и к счастью, есть хорошие. Конечно, иногда и на трешачок надо обзоры делать, но все же. И вы заметили, в кои-то веки у нас женский голос появился. То, чего я ждал, наверное, пипец как. Чтобы люди, вы в том числе, вместо наших завываний слушали что-то нормальное. А голос реально офигенный, хочу заметить. Ну и все, как бы. Даже слова комкаются. Это сложно выразить, это эмоции. Казалось бы, можно записать текст, а нет, хочу сказать то, что чувствую.
А чувство неоднозначное. Теплота от комикса уже исходит. Для меня лично, мне лично тепло от этого комикса. Несмотря на то, что некоторые истории плохие, хорошие, просто тепло от каждой. Ладно, что ж, ладно, пора, хватит мне время тянуть, передаю слова Немезису. Здравствуйте, мои дорогие зрители, и спасибо, Ваня, за весьма теплые слова. Но тут по большей мере твоя заслуга, так как комикс переводил ты, в большей мере озвучивал ты, и большую часть голосов был ты. И хоть я иногда и демонтировал, но по большей мере здесь ты тоже большей мерой занимался данным комиксом, так что я говорю спасибо именно тебе. И мне также комикс весьма сильно прикипел, как и персонаж. Вообще, Лунный Рыцарь стал немножко связан с этим каналом, и без него будет его сложно представить. Да, он не пропадет, но появляться, наверное, будет пореже. И, как и говорил мой друг Ваня, у нас появился женский голос, моя подруга Мира. У нее есть свой канал, на котором она проходит разные мобильные игры, так что советую подписаться. Ссылку я оставлю в описании. Ну а на этом у нас все. Да, это последний выпуск, но не последний комикс. И мы надеемся, что дальше наше качество в этом плане вырастет еще. И мы расскажем не менее интересные истории. Ну и не менее иногда трешовые. Ну а на этом у нас все. С вами был Доктор Немезис, мой друг Ваня и моя подруга Мира. Ну а теперь не забудьте поставить свои королевские лайки и оформить новенькую королевскую подписку. До новых встреч и мирного неба вам и головой.